Так, ты за Столыпинские реформы? Я так и не понял. А, да, я за Столыпинские реформы, и про это ты можешь послушать, когда мне первый раз заказали видео, где Клим Жуков, значит, с похмелья начинает хуесосить Столыпина, называть его фашистом и черносотенцем. Я очень подробно, буквально посекундно это видео разбираю.